прости. Ты прав. Ты говорил, что Хэнку нельзя верить. Но я не слушал. Но я клянусь, этот ублюдок мне заплатит. Мы обнаружили Ру. Терминал по имени. Он вызвал. Где Хэнк? Где Тотри? Хоть одного оставить. Ну, я знаю, что он жив. Надо найти его. Стоп-стоп, он же мне звонил. Он у меня должен быть во входящих. Есть. Что за дела? Я на месте, вы где? Скоро будем. Подгоняли ваш транспорт к пристани. Зачем это Дэс явился за Хэнком? Что там вообще происходит? Палят из всех стволов. Как будто война. Боже, это все Хэнк? Хэнк, ты тут? Я тебя не боюсь! Вы ошиблись, биотеррористов. Черт, Хэнк ушел. Надо опять отследить сигнал.
чего ты взял, что мы выпустим такую крысу из города? У нас был уговор. Нет, у тебя был уговор. С моим боссом. Ее здесь нет. Зато есть те, кто клялся искать и убивать биотеррористов, а не помогать им. Тем более предателям. Я сделал, что вы хотели. Вы же обещали. Я обещал? У меня тут в Сиэтле уже 7 товарищей погибло от рук биотеррористов. Я поклялся, что найду и прикончу вас всех, твари. Вот это обещание я сдержу. Ну, он должен быть где-то здесь. И как всегда, на крыше. Не может быть. Он где-то рядом. Надо еще раз поискать. Видали? Выходит, я и без вас могу легко обойтись. Но ты пока еще в городе. Ну да, за мной через весь город тянется след из ваших трупов. Если сунете нос на пристань, я вашими кишками еще полморя завалю. Он идет к пристани. На суше уже места нет. Видимо, скоро мы с ним встретимся. Ты ублюдок! Она убила Реджи! Я не знал, богом клянусь! Ты не знал? Ты все подстроил! Она сказала, что просто хочет поговорить с тобой! И ты ей поверил, да? Она садистка, каких поискать! Но она еще ни одного проводника не убила! Мой брат был бы сейчас жив, если бы не ты! У нее была моя дочь. Пойдем с нами. Мы исчезнем. Берегите себя. Я здесь, милая. Пошли домой. Я наконец доберусь до тебя, Августина.
И так час пробил. Жители Сиэтла, пора забрать наш дом у тех, кто хочет его разрушить. Биотеррористам нет места в нашем городе. Их необходимо изолировать, упрятать подальше от нормальных, порядочных граждан. Ради всеобщего блага. Это что, шутка такая? Это же я защищаю общество от нее и ее армии уродов! Добрый народ Сиэтла, заклинаю вас! Положите конец кровавой резне, которую устроил в городе Делтон Роу. Он перебил уже не одну сотню граждан. Может, среди них были ваши соседи, ваши родные? Делтон Роу лишил жизни бесчетное число моих храбрейших бойцов, солдат департамента единой защиты. Они отдали за вас жизнь! Пусть эта жертва будет не напрасной! Делтон Роу нужно найти и покарать! Любой ценой! Августина, ты все перепутала. Люди видели, как мы действуем. Если им нужно правосудие, тогда бояться должен не я, а ты! Так, трансформатор должен быть на крыше дома, напротив башни. Ну вот, Делс. Если отключишь ограду, назад пути не будет. Так какой у тебя план? Возьмешь ее живьем, чтобы весь мир узнал? Или просто отомстишь за Реджи? Ну, милая, пусть все узнают, кто ты такая. Ладно, это уже что-то. Даже если остальное все еще включено. Нашла кучу трупов, подумала о тебе и пошла по следу. Ты не против? Рад меня видеть. Да я бы справился. Ага, кому ты заливаешь? Составишь мне компанию? Шутишь? Посмотреть, как плечом к плечу сражаются два моих любимца? Ни за что не откажусь. Ага, новые дымовухи. Только бы получилось, только бы получилось. О, вот он, они. Да они просто лохи. Давай что-нибудь посерьезнее. Ладно, ладно, это серьезнее. Это пригодится.
ищешь? Франира, ты меня спасаешь. Франира! Самое время мне помочь! Простите! И вам воздастся! Юджин! Однако умеешь ты уравнять шансы! Мои ангелы-мстители тебя уничтожат! Давай не выражайся, Юджин! Ди, давай сюда, это нужно видеть. Этот урок я усвоила. Ты впереди. Ну, самое умное за сегодня. Похоже, тут нужен другой трюк. Похоже, вся крыша бронирована. Сейчас лучом попробую. Разрезать сможешь? Да! Если вы с ангелочком, меня прикроете. Не бойтесь! Я вас прикрываю! Франира, как там? Не торопи меня, Ди! Я этого не люблю! Еще немного! Есть! Действуй, Ди! Заходи внутрь и хватай Августину, а мы с Юджином тебя прикроем! А, пришел!